заступила сердце для нашей пациентки Сирены Васкис. Донор – 18-летний юноша из Баффало. Начало операции в 9 утра. У нас проблема. Сирена Васкис умерла. Мы должны решить, кому достанется сердце. Его нужно пересадить до 11. Мы должны принять решение не позднее 9:30. Первый день, и тебя бросили в самое пекло. Мы обсудим возможных кандидатов. Первый пациент – Дженет Пайк. Она не хочет, чтобы в ней билось чужое сердце. Но она еще в списке. Вы хотите отдать его Уолтеру? У него правильный настрой. А если снова отторжение? Я просто хочу домой. И третий – Трип Грейнджер. Его отец Эммит Грейнджер. Грейнджер Венчур Партнерс. Когда я услышал про это сердце, то подумал, это божий промысел. У нас разные взгляды. 25 миллионов. Выберем Трипа и спасем десятки жизней. Перед клиникой замаячили огромные деньги, и вы уже слушаете не пойми кого. Сколько стоит один день жизни? Извлечь максимум прибыли из активов. Вот только эти активы – человеческие органы. Вы кое-что утаили. Вы соврали о своем состоянии. Назовите преемника. Это кровавые деньги. Это решит комитет. Мы пустим их в дело. Им пришлось пойти на сделку, чтобы это заметить. Доктор Тейлор, вам решать.